Итак, комментарий к сегодняшней игре, наверное, непростой. Я думаю, можно успокоить Битока с результатом и с третьим периодом, потому что там в первых двух периодах они не выглядели очень. И опять я хочу сказать, что большое спасибо Роберту, который нас несколько раз спасал. Я думаю, там в первых двух периодах точно там вытащил две шансы ЦСКА. Там, я думаю, если они бы забили, там бы была игра по-другому. Результат такой, как был, мы выиграли, взяли 3 очка, это хорошо. Я думаю, у тебя есть повод быть персонально и собой довольным по результативности сегодня. Это всегда, если команда играет, там и особенно игроком, но у них такой есть шанс или забить, или посадать, но сегодня получилось, я рад. Шайба твоя получилась очень красивой. Выцеливал? Видел, куда бросаешь? Да, я просто там, когда мне давит, Петрашик отдал пас, я сразу не хотел бросать, я прям в линии видел кулака, что он, я так чуть-чуть подождал, что он переместился немножко в сторону, просто там вратарь ничего не видел, поэтому получилось. Не могу не спросить про следующую игру. Команда такая, знаешь, в последнее время выигрывает, но очень неприятная по дисциплине. Надо... У нас нету бойцов или игроки, которые бы хотели играть, да? Мы просто как бы рабочая команда, нам надо нашу игру играть. Если что будет, надо использовать. Поэтому, наверное, мы хорошо знаем, как они 2-3 последние игры с хорошими соперниками выиграли. Поэтому будем стараться эту их серию кончить и взять очки.